Эй, ублюдки, вы сейчас мне сделаете тест Купера. Живо! Тест Купера. В 1968 году доктор Кеннет Купер разработал ряд тестов на физическую подготовленность организма для армии США. Наибольшую известность получили два из них. Первый включает в себя 12-минутный бег с фиксацией пройденной дистанции и последующим анализом спортивных и медицинских показателей. Второй – комплекс упражнений, которые выполняются на время. Упражнения. 10 отжиманий, 10 лягушка, 10 складушка пресс, 10 разножка, 4 круга подряд. 3 минуты – это отличный результат, 3 минуты 30 секунд – хороший, 4 минуты – удовлетворительный. Раз, два, три. Третий, четвертый, я думаю, так,
Это полный Бухенвальд. Я в шоке, ребят. Я считаю, что не выполнил, потому что дело не до конца, но попробуй так же хотя бы. Посмотрим. И время какое у тебя. 3:39 понял. Твое?